Маска – это всегда загадка. Кто прячется за ней? Маски надевали во время карнавала, в повседневной жизни, чтобы быть неузнанным, а также для уличных театральных представлений, одно из которых дошло до наших дней. Это старая, всем известная комедия «Принцесса Турандот». В нашем проекте мы сделали самые разные маски и нарядили их в костюмы героев этой сказочной истории о принцессе. Давайте наденем маски и почувствуем веселую атмосферу венецианского карнавала. Как и положено сказке, она имеет счастливый конец. Но вначале нужно было отгадать загадки коварной и жестокой принцессы. И у нас все получилось. Скажи мне, кто обходит неустанно все города, все замки, все селения? Кто вечный путь совершает безвозбранно средь криков торжества и поражения? Его лицо всем мило и желанно. Что? Видите, какая сложная загадка.